Если ремонтируют, то пусть ремонтируют нормально. Жители улицы Еркендек в микрорайоне Самаладзин пребывают в недоумении. Проблема в том, что вблизи их домов ведутся работы по прокладке канализации. По словам жителей, трубы рабочие проложили, а развороченные ямы так и не закопали. Кто и когда закончит начатое, вопрошают сегодня горожане. Неужели они... Хорошо, конечно, что работы по прокладке канализации ведутся. Мы рады. Но как быть нам с таким погромом? Кто это убирать будет? Машины выехать не могут. Дети падают в эти ямы. Неужели другого времени не нашлось? Многие из самаловцев считают, что все попытки найти крайнего тщетны. Мол, никто ни за что ответственности не понесет. Подрядчики в большинстве своем относятся к работе халатно и безответственно. Зачем вы позвали телевидение? Зачем отрывать от работы журналистов? Все равно всем безразлично, толку не будет. Во время съемок сюжета к возмущенным жителям приехали подрядчики. Они уверяют, что работы еще не завершены, а лишь приостановлены. Сейчас погода плохая, мы не можем работать. Что вы возмущаетесь? Мы не обязаны вас уведомлять о нашей работе. Мы все закопаем и сделаем, как было. Не надо беспокоиться. ЖКХ также уверяют, что все работы завершат, а после устранят все недочеты. Правда, произойдет это не раньше лета. Также по Еркендек улице все работы по восстановлению будут проведены подрядными предприятиями. Где они копали, полностью приведут в порядок. Это не обсуждается, это будет работа проведена. Пускай жители не беспокоятся. Жители Самала коммунальным службам все равно не верят. Они намерены и дальше обращаться за помощью к журналистам. А пока работа приостановлена, горожанам ничего не остается делать, как месить грязь. Шудин Саидов, Эльдар Жунусханов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании «Утро».